практически полноценный банковский офис, который всегда с вами. Современные информационные технологии, помимо прочего, выполняют важную для каждого из нас функцию. Они позволяют существенно сэкономить время. Например, в деловой или личной переписке, поиске нужной информации или оплате всевозможных счетов и услуг. Именно о последних сегодня можно сказать. То, что раньше было связано с бесконечными очередями, теперь решается всего за несколько минут. И заплатить, к примеру, за услуги ЖКХ можно, не отходя от своего почтового ящика. Знакомая всем ситуация. Начался новый месяц, и в почтовый ящик одна за одной приходят квитанции по оплате услуг ЖКХ. Но о возможном развитии событий знают пока не все. Очередной счет оплачивается сразу же, не выходя из дома. Простой инструмент. Смартфон с установленным приложением от Сбербанка позволяет быстро и без комиссии решить проблему обязательных ежемесячных платежей. И не только. С тех пор, как я установила в свой мобильный телефон приложение Сбербанк Онлайн, платить за коммунальные услуги и остальные платежи стало намного проще. Я могу оплатить квартплату, интернет, мне не нужно никуда идти, стоять в длинных очередях. Я забрала квитанцию из почтового ящика, и через 10 минут мой счет уже оплачен. Самое главное, что хранить квитанции совсем не обязательно. В любой момент я могу распечатать нужную мне квитанцию в терминале любого отделения банка. Мне очень нравится пользоваться этим сервисом. Я планирую дальше оплачивать свои квитанции именно так. Только за март текущего года Сбербанком в Мариэл принято более 300 тысяч платежей за услуги ЖКХ. Таким образом, около 80 тысяч семей республики доверяют оплату коммуналки Сбербанку. Кстати, мобильное приложение далеко не единственный способ, которым вы можете воспользоваться, но, пожалуй, наиболее оптимальный из них. Услуга «Автоплатеж», позволяющая совершать операции автоматически. Вам приходит лишь СМС с уведомлением о предстоящем выполнении платежа. Впрочем, выбор всегда остается за вами. В настоящее время Сбербанк предлагает своим клиентам несколько вариантов оплаты коммунальных услуг. Сбербанк онлайн, мобильное приложение, терминалы и банкоматы, широкая филиальная сеть и услуга автоплатеж. Ориентируясь на свои предпочтения и привычки, каждый из наших клиентов может выбрать наиболее простой и доступный способ оплаты. Оплатить услуги в Сбербанке вы можете 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, сделав это удобным для вас способом. Любителей традиционного способа оплаты коммунальных услуг ждем в операционных окнах филиалов Сбербанка. Оплатить вы можете как с банковской карты, так и наличными денежными средствами. Провести лишний час с родными, вместо того, чтобы потратить его в томительных очередях с пачкой квитанций, это лишь самое малое из того, чему можно посвятить время, сэкономленное с помощью Сбербанка. А сами квитанции больше не будут пылиться у вас дома. Об их сохранности также позаботится Сбербанк.